Итак, всем добрый день. Сегодня я вам покажу каталог из компании Bonprix, который она мне прислала совсем недавно. И давайте посмотрим. Ну и если вас вдруг заинтересовало или ваших друзей, в общем-то, вы можете воспользоваться кодом акции для первого заказа вашей подруги. Можете поставить на паузу и воспользоваться. И поехали дальше. Первое, что мы с вами видим, это у нас модные тенденции октябрь-ноябрь 2018 года. И первое, что изображено на обложке, это новая стеганая курточка вот с таким вот цветочным принтом. В общем-то, сейчас вообще цветочные принты на любой одежде очень модные, как и вышивка, так и печать. Так что мода, конечно же, в этом сезоне себя не ограничивает. И давайте посмотрим, что же здесь нам предлагает компания Bonprix. Я не так давно заходила на их сайт. У них очень много новинок и трикотажной одежды, и, в общем-то, уже такого сезона осень-зима. Ну и давайте посмотрим, что нам компания предлагает. Кстати говоря, там очень есть симпатичные блузочки из вискозы. Не знаю, есть ли они здесь в этом каталоге. Если есть, то я обязательно на них остановлюсь. Ну и очень интересная, конечно, блузка вот этого длинного кроя. Мне очень нравится, особенно пастельно-розовый цвет. Давайте посмотрим, из чего она сделана. И мы с вами видим, что это 100% полиэстер. Цена 1390 рублей. Ну, в общем-то, цена нормальная для такого кроя, то есть удлиненной блузки. Но, опять же, это у нас с вами полиэстер. Но кто любит такое, тот вполне себе может приобрести. Здесь мы уже с вами видим интересные такие тенденции с принтами яркими, да, то есть это красный цвет. Как вы знаете, сейчас у нас вообще в моде это цвет такого, цвет фиолетовый или темно-синий, ну, такой что-то среднее между фиолетовым и синим цветом. Ну и вот такие вот блузочки. Очень интересного кроя стеганая курточка за 490. И она у нас из 100% полиэстера. То есть, в общем-то, она осенняя. Хотя многие могут носить и до минус 10 градусов. Но это уже более подробная информация, я уверена, есть на сайте. Так что там можно ознакомиться и посмотреть. Ну и вот такие вот оттенки бирюзовые. То есть в этом, конечно, сезоне компания Bonprix предлагает большой выбор именно по цветовой гамме. И этим никогда себя не ограничивает. И вот мы уже с вами видим, опять же, да, вот этот цвет тоже модный, темно-синий. И, кстати говоря, хочу обратить ваше внимание, что в этом году, несмотря ни на что, все равно люди покупают очень много оттенков не красного, а именно бордового. И я бы даже сказала, что синий и цвет бордо – это вот не то чтобы взаимозаменяемые, да, цвета, но наравне. То есть спрос на такого цвета вещи в этом сезоне тоже растет. Так, ну и что мы с вами здесь видим? Что-то все такое блестящее, со стразами. Я, правда, не очень такое люблю, вот эти все стразы. Ну, у меня просто стиль такой, что я больше что-то такое однотонное, либо спокойное. Но, в принципе, если какая-то красивая вещь, вот как эта блузка, например, то, в общем-то, выглядит неплохо. Очень интересный пуловер из флиса. Ну, вот такого плана я люблю вещи. Так, и здесь у нас с вами
Машинная стирка есть, 100% полиэстер. Есть сиреневого цвета, цвет белой шерсти и темно-синий. Ну, темно-синий, конечно, наверное, очень интересно выглядит, приблизительно как вот этот вот кейп. Здесь мы уже с вами видим большое разнообразие аксессуаров, которые компания в этом каталоге разместила. Раньше, конечно, такого не было. И здесь вы уже с вами видите, что можно, в общем-то, выбрать и кольца, и сумочки, и различные аксессуары. Очень мне понравилась вот эта вот сумочка. Давайте посмотрим. Сумка стоит 1990 рублей из искусственной кожи, цвет баклажановый. Ну, конечно, сейчас камера ее немножко в розовинку передает. Она, скорее всего, темного цвета сама по себе. Но тоже интересный такой вот акцент. Я помню, раньше в детстве у всех практически были вот эти вот водолазки. Они универсальны сами по себе, потому что их можно вообще носить со многой одеждой, и с жакетом, и с пиджаком, и с пончо, и с безрукавкой какой-нибудь. То есть, в общем-то, неплохой цвет такой желтенький. Давайте посмотрим, из чего он сделан. Водолазка стретч с длинным рукавом, 890 рублей она стоит, машинная стирка, 95% хлопок и 5% эластана, то есть она очень приятная к телу, возможно, даже себе приобрету. Ну, посмотрим. У меня пока одежды, в принципе, очень много, особенно на зимний период, а вот уже о весне мне стоит, и лето, весна-лето, стоит уже задуматься. Так, футболка с длинным рукавом интересного такого тоже кроя, судя по материалу на фото, это у нас с вами хлопок 100% и, скорее всего, со стретчем. Сейчас посмотрим. Так, 100% хлопок. Вот эта вот футболочка, рубашечка, очень интересного цвета. Даже, может быть, посмотрю, я пока еще не могу сказать. Так, что у нас с вами здесь есть? Вязаные тапочки. Все, что вы захотите. Так. И юбки в горошек. Раньше, я помню, вот в 90-е годы были очень популярны. Хотя горошек всегда в моде. Это... Тут у нас с вами коллекция John Banner. Уже пошел. Ну и вот тоже такой вот красивый васильковый цвет в одежде. И свитера. И худи. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь с вами есть еще. Вот, кстати говоря, джинсы Boyfriend тоже. Обновленные, видать, новинка, потому что таких еще я не видела на сайте. Но я уже себе купила такие брюки, поэтому, в принципе, тоже в компании Bonprix, поэтому у меня пока все устраивает. Интересного кроя вот такой вот свитшот, что-то в нем есть. Посмотрите, я сейчас покажу вам поближе. Вот такая вот горловина. Свитшот номер 4, и он у нас из 60% хлопок и 40% полиэстера. Очень интересно, конечно. Цвет зелененький, очень приятный, такой цвет морской волны и серый меланж.
Здесь у нас с вами уже такая более-менее офисная мода. Это Body Flirt коллекция, классика. Очень интересного кроя вот эта вот блузочка, но вот эти вот рукава меня смущают по составу материала. Значит, это у нас свитшот с кружевными рукавами, 1890 рублей он стоит, и здесь у нас верх 100% хлопок, кружево 100% полиэстер. То есть, в общем-то, то, о чем я говорила, оно так и есть. Ну, не знаю. Есть в черном варианте и вот в таком вот кремовом. Ну, как вариант, почему нет? Достаточно интересный, конечно. Так, что у нас с вами здесь? Здесь у нас какое-то интересное платье с таким вот формата, как в стиле боха. В следующем году, как я уже говорила, будет популярен очень леопардовый принт. Поэтому, конечно, сейчас многие и дизайнеры, и производители одежды так или иначе будут все эти принты, да, то есть леопардовый, каким-либо образом, так или иначе, вкраивать в структуру одежды, аксессуаров, возможно, даже обуви, почему нет. Так, и давайте пойдем дальше, посмотрим, что нам здесь предлагает компания. И это серия Body Flirt Boutique. Но здесь уже такое более вечерняя коллекция платьев от компании. И далее у нас пошла с вами обувь. Обувь компании Bonprix варьируется, ну, сейчас, скорее всего, уже от 1000 и выше. Есть также и достаточно премиальная коллекция, то есть это из натуральной кожи обувь. Она стоит дороже, вот даже вы можете видеть, что здесь очень интересные такие ботиночки. Посмотрите на очень удобной колодке. Осенние такие вот туфли, полусапожки. Так, верх кожа. Ну и вот, то есть цена 5990, но при этом это полностью кожаное изделие. Конечно, тоже на любителя такое сочетание цветов, но вот такие вот ботиночки мне очень даже нравятся. Их можно и под джинсы одевать, в общем-то, и... Под брюки не уверена, но в основном под джинсы, конечно. Ну, тоже неплохо, тоже как вариант, почему нет. То есть вы можете видеть, что и цветы даже в обувь вкраивают в дизайн обуви. То есть это тоже поработал дизайнер и, в общем-то, получилось у него неплохо. Очень даже интересно. Это смотрится со стороны. Так, здесь мы с вами видим тоже различного рода обувь. Посмотрите, тоже полусапожки из кожи, а верх уже из, скорее всего, либо из шерсти, либо из какого-то трикотажа выполнено. Тоже что-то новое в компании Bonprix. Такого раньше не было. Ну, я, конечно, люблю вот такой вот стиль. Это ботинки Челси. В основном стараюсь покупать, конечно, из натуральной кожи, так как из ненатуральной кожи покупать смысла нет. Ну, если только вы хотите одеть их один раз. Здесь мы с вами уже видим
такой вот домашний, для дома и для сна одежду, пижаму. Опять же, повторюсь, что здесь в каталоге не вся коллекция представлена. В основном это новинки и из предыдущих коллекций под тематику тоже можно найти. В этом каталоге компания представила моду для мужчин, тоже вот в таком вот уже под зиму, свитерочки, теплые курточки. Очень интересный, конечно, вот этот вот пуловер с шалевым воротом. Такая вот классика европейская. Мне тоже нравится. Ну и здесь вы можете тоже увидеть разные и дофлакот с долей шерсти. Вот он тоже в мужской. И куртки спортивные тоже здесь есть. Ну и, в общем-то, все. На этом каталог заканчивается. Детской моды в этом каталоге нет, но она есть на сайте. И, кстати говоря, то есть, кто хочет посмотреть, новинки уже вот такого плана вышли. Здесь нет еще тех товаров, которые уже есть на сайте, потому что мне прислали в рассылке очень интересные образы. Мы с вами их обязательно посмотрим. У меня просто проблема сейчас с компьютером, а я позже объясню вам, в чем проблема. И как только я доберусь до компьютера, мы с вами вместе посмотрим эти все товары на сайте обязательно. Ну что же, если кто-то желает заказывать в компании Bon Prix, вы можете это сделать через сайт Smart Sale и получить кэшбэк. Ну что же, всем отличных выходных, всем пока-пока!